Ты и 99 игроков выживет, только один. Такое сообщение обнаружили полицейские в телефоне студента Международного юридического института. Первокурсник покончил жизнь самоубийством. В правоохранительных органах связывают его с виртуальной игрой, похожей на синего кита, и констатируют, группы смерти по-прежнему работают. В последнее время участились случаи, что администраторы данных групп в основном выходят через соцсети, как Инстаграм, ВКонтакте. Сообщение, переход по ссылке, и ты в игре. Полицейские предупреждают, всегда нужно быть начеку. О сомнительных группах и их администраторах просят сообщать родителям и правоохранительным органам. Нередко выйти из них самостоятельно бывает сложно. Евгения Бустина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».